Как жизнь? Да хорошо, спасибо. Потихонечку. Холодно, блин, только опять. Как на морском дне. Поэтому, чат, если у вас тоже холодно... Дождь заказывали. Если у вас тоже холодно, магазин с крутыми толстовками и худи есть в описании под стримом, чат. Угу. То мало ли, что там, какое лето будет. Как бы толстовочка не помешает, я думаю... Стоит на АГС-ке справа. Рысь! На голове рысь. Дал ему 3 в голову. Надо хаешки вправо кидать. В правую часть, второй этаж. Прямо в угол, в правый. Недолет. Дал ему еще, он ушел дальше туда. Вглубь. Крыску убил в кустах сидящую. Рысь еще дал хит. Он в сторону старой над лестницей. Ступеньки, которые дальше к старой заправке. Сам долетешь или ближе? Вы сейчас снайпера убивали? Нет. Кто-то сейчас снайпера убил, глушеный со стороны медички. От вас дальние правые ступеньки, там рысь. Ой, по мне уже летит, спрыгивает. Попробую угла взять. Бля, взял типа вместо угла. Убил? Нет. Пожалуйста, сказал убил. Вижу, вижу, вижу его. Я минус, он, блядь. Ну хорошо зажал там. Там, блин, чел бессмертный в своем шлеме. Ну там, слышишь, что там, там один труп, там на один труп. А, он там ползает, ё-моё. Всё ещё жив? Да ты чё, чел?
пока нет. Блять! Господи. Тут еще один в рысе, оказывается, был. Ё-моё, блин. Он там чучело, видите, какой-то положил. Я думал, это он. А, ну правильно, блядь, у него броня-то с этим самым. Броня и каска. Интересно, почему же я его кое-как убивал-то, блин? Так, а этот как сдох? Этого я Сэмки убил. Вот сейчас только что. Так, а этот Михаил. РГОшка, да, их тут двое было. Их двое там было возле АГСа прям. Чуть не слился из-за этого. Да! Так. А, у меня же еще один счет там в кустах, блин. Понял. Он как будто вот легкой атакой прокидывал мне гранаты, короче, в окно. О, бегает. Бля, только не понял где, по-моему, где-то вот там. Ага, сейчас на большую залезет. Надо его заманить, чтобы ему было интересно. И дать ему хит просто в голову. Вот таким вот образом. Охота-рыбалка? Да и у нас постоянно в Таркове охота-рыбалка, блин. Приманки вот эти вот все. Клюет, не клюет, блин. Айрфрейм. Тут, походу, вся карта в этот раз погибла.
почему вот такие рейды, не каждый рейд, блин? Люди-то есть на сервере. Фулки, хорошие фулки. Где они прячутся все это время? ПЗ. Так. Айрфрейм, айрфрейм. Ладно, хрен с тобой. Чел все это время в темке сидел? А я ее и не чекал, да? Да. Я просто мимо прошел. А, да? Ладно. Я фиг знает, ящики там закрыты. Но может он их не открывал, конечно, чтоб не спалиться. Да, так. Так. Лут, конечно, не шибко прям хороший, но пойдет так-то. Сколько? Пятеро, да, получается? Или шесть? Пять, по-моему. А, шесть все-таки. Ну и нас трое. 9 человек здесь встретились. Еще там труп один лежал, 10-й. Ну да, тут здесь реально здесь все погибли. Спасибо вам за карточки. Спасибо тебе. Спасибо за рейды. Спасибо. Приятно было поиграть. Взаимно. Я дам на эту, на дырку туда, на спящего. За плитами разломленными. Он живой, вроде как. Убил? Да-да-да, я забрал его. Ага, проверяю дальше у танка. Я слева на дырке иду. Я тут, прям на спящем. Еще один сидел. Да-да-да. Не слышу его вообще. Прям в кустах был? Я по нему дал, прям на спящем, прям там. Мутант? Вроде, да? Иголки. А, иголки. Угу, на душку уже ушел. Сейчас будет байт. Блять! Удивился немножко. Их двое все это время было. Минус двое. 64 уровень, ёкарный бабай. Ага. О, тут еще один.
бежит. Еще один 52-й мертвый. Нормально. Джеки какой-то, да, тебя убил, нет? Блин, я не помню уже, кто меня убил. РПК. Наверное, РПК. Ну, иголки, короче, были у него. ПБ, ППБС, который. Да, я его взорвал, походу. Да. Взорвал я этого типа, который тебя убил, оказывается. Звуков не было никаких вообще. Тоже с РПКшкой, он лежал в кусту. Прям на бомже. Я говорю, что он там сидел, прям с него меня убил. Я собрался. Блин, забыл того типа еще посмотреть, мелкого. Да, он второй в пристрой. Че, пробуешь еще раз десантироваться? Давай. Он ровно там у окна у тебя где-то стоит. Понял. Я по байчу не могу. Один, у меня тут сидел. Минус второй. Он прям на крыше сидел. Мне надо подхилиться чуть-чуть. Давай, давай. Ко мне кто-то поднялся? Не-не, это я зашел и обратно ушел. Ты хае? Нет, это враг, враг, враг. С улицы, по-моему, залетает. От платника где-то там. Я сейчас крыши посмотрю. Аккуратно. Может быть, с двушки вообще. Закрыл к платнику. Я чуть-чуть, потому что если там челик, чтобы он моего не это не собрал. Или не подошел. Я фонарь подошу. Угу. И подслушаю заодно. Знаешь, как типа этого никнейм? Сижу на выходе. Как думаешь, какой уровень? 40-й, наверное, какой-нибудь. 51-й. 50. О, нифига себе. Тайга, все вот это вот. Сижу на выходе. Окей, окей. Пойдем. Обходим его. На посмотри. Второй этаж, душка. Правое окно. Второе справа. Какое было окно, подскажи? Второе. Я за тобой поднялся. Взял правую сторону. А, готов, ты его забрал. Угу. Хорош. Ну это он, походу, развлекатель наш. О, но. Чатик, здорово всем, добрый вечер. Хорошо лежат. Еще металл. Крадется, слышишь? Тихо. Бля! Ё-моё. Не убил его, бля. Вроде попал ему по голове. Но, походу, жизненно важный орган не задел никакой. Так, ты, да, понимаешь, на третий? А, нет, а, я его не ваншотнул. Сколько хп в голове? 35, да? Да. А ему 32 дал. Че, всех убили? Да. Я шайтан собираю. Нечто сказать, да понятно. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.